Так. Что? Никак. О! Какой красавец у нас. Юпитер Оливия. Господи, Ганимедов, Галилеевы спутники. Юпитер и Ливея, Европа, Ива и Ганимед. Каллисто в экран не попадает, он правее. Да, ну в общем-то вот так вполне себе неплохо. Ветерок нам обеспечивает дрожание. Ну что сделаешь? Даже на треноге. Не знаю, мне на маленьком экране не видно. Может там и попадает Каллисто. Да, по-моему, справа попадает. Оп, уже убежал. Каллисто. Да, ну лучше не получится, уже светает. Полтора миллиарда километров, по-моему, сейчас. А, нет, до Юпитера 700 миллионов. Полтора стоит до Сатурна. Сатурна при такой дымке мы точно не сфокусируемся. Ну это неплохо. Три спутника Галилеевых из четырех, это считаю. Оп, все. Потерялись, да? Ну ладно, не будем, как говорится, пытаться объять необъятное.
Что позволила погода, то и сняли. Ну, красота. Там США объявили, что в ближайшие 5 лет отправят людей на Луну снова, так что скоро будем наблюдать, что они там творят. 31 марта 2019 год, Харьков. И уже совсем утро. Ну ладно, перестанем издеваться над техникой.